Добрый день, друзья! Вы на канале ПК для всех. И сегодня в этом видео разберем такой вопрос, как поделиться видео с YouTube в социальной сети Facebook. Как это сделать? Для этого открываем YouTube. И я введу в поисковик название группы и поделимся клипом этой группы. Вы же будете делиться своими видео, которые вам нравятся. Вот такое видео. Мы его нажимаем. Видео открылось. И начинается воспроизведение. Под видео будет такая кнопочка «Поделиться». Нажав на нее, у нас выпадет два варианта. Либо сразу поделиться на Facebook, и это видео будет на вашей стене, на вашей страничке. Либо через ссылку. Ну, давайте сначала нажмем на значок Facebook, открывается дополнительное окно, и здесь будет опубликовать на Facebook. Мы нажимаем на Facebook в правом углу. И как видим, видео опубликовалось на нашей странице. Сейчас мы зайдем и посмотрим. Я открываю Facebook. И как видим, вот наше видео, оно опубликовано. Теперь вы можете поделиться этим видео с друзьями, то есть нажать на поделиться, поделиться с друзьями, поделиться, здесь выборочно с кем вы хотите, отправить сообщение, поделиться в хронике друга. Теперь давайте рассмотрим, как можно сделать второй вариант, а это то есть взять и скопировать вот эту ссылочку, то есть правой кнопкой мыши копировать. Переходим на Facebook. И где у вас будет предложено, о чем вы думаете, сделать публикацию. Нажимаем левой кнопкой мыши, правой вызываем меню, вставить. И опубликовать. И как видим, видео YouTube будет на вашей стене, на главной странице. Давайте еще раз перезапустим. И ссылочка готова. Перейдем по этой ссылочке. Мы попадаем, либо ваши друзья, с которыми вы поделились, они попадают на страницу YouTube, где будет воспроизводиться именно это видео. На этом все. До следующих встреч.